Девочка, значит, такая, ну, с определенными недостатками, такая слабоумная, там, это Крохин любимый анекдот, плещет ручками, раз, золотую рыбку выкинула на берег. Ну, это вот как раз, взяла рыбку, так, говорит, девочка, отпусти меня, я три желания исполню. Он говорит, правда, что ли? Он говорит, правда. Хочу, хвост был такой, как у крысы. Такой лысый, длинный. Ну, раз хвост. Она ходит, прикалывается, так ей смешно. Хочу нос такой, вот, чтобы с бородавкой. Ну, значит, сделал нос с бородавкой. Говорит, ну, давай третье желание. Хочу, чтобы усы такие, как у слона были. Ну, уши, как у слона, нос, хвост. Ходит в воде, шлепает. Так смешно ей. Рыбка говорит, ну все, девочка, отпускай меня. Ну, она начинает отпускать рыбку. Говорит, стой, стой, ты мне только ответь на вопрос. Почему ты не попросила, чтобы я тебя сделала богатой, умной и красивой? А тебе можно было, да? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, голосуйте за Навального. Не ждем, а готовимся. А женщинам нравятся плохиши. Мне нравятся плохиши. Я хочу плохиши. Какие плохиши? Я же твой муж.